Всем привет! Пришла вторая половина моего заказа, которая была сделана в интернет-магазине buyingcoins.com. Мой заказ разделили на две посылки. Одна пришла на 4 или на 3 дня раньше, чем эта. В этой посылке должна находиться SD-флешка на 2 гигабайта и женская одежда. Сейчас откроем, посмотрим. Теперь могу рассказать про посылка, которая пришла первой. Как вы помните, там был заказ, инфракрасный пульт для фотоаппарата Nikon заказывали, но, к сожалению, в магазине перепутали, и вместо Nikon пришел инфракрасный пульт для Canon. И, к сожалению, эти пульты несовместимы. Теперь он лежит, пылится. У меня, похоже, инфракрасный пульт есть для моего Canon. Так что при заказе в китайских интернет-магазинах бывают такие случаи. Или брак, или перепутают вещи. Итак, смотрим, что у нас здесь. Хорошо упаковано. Ссылки на эти товары будут ниже под этим видео находиться. Скидку 5% вы можете получить при регистрации в магазине buyingcoins.com, когда ведете в поле Recommender слово Сухарев. При первом заказе вы получите 5% скидку. Итак. SD-шка есть. Вот какая диатома, что тут еще она, как говорится, нестандартная. Вот такая вот USB-шная. Так вот, USB-адаптер. И потом, когда буду делать обзор покупок, вам более подробно покажу. То есть, по идее, не нужен нам картридер. Видели, да? Попробуем. Ну и сами вещи. Вещи мы покупали со скидкой. Шорты и футболка, греса 2 в одном. Вскоре мы постараемся сделать обзор на несколько товаров. Заказ прибыл полностью, но с небольшим нюансом поменяли инфракрасный пульт для фотоаппаратов. Подписывайтесь на наш видеоканал и следите за новыми видеообзорами. До свидания!